И снова здравствуйте, всем привет. Итак, Blender 3.6 и в продолжение, значит, по технике вот такой вот комплект, значит, собрал я. Смотрим, что тут получится. Так, маломальский нашел, значит, трек. Можно на нем гонки делать. Добавить еще какие-то здания сюда, там еще какие-нибудь причиндалы подобавлять, там кусты. Может быть, какие-то покрышки пораскидать. По прошлым роликам по краю где-нибудь. Так, нашел вот одну вот эту машину, один болид, да? Надо еще поискать, чтобы здесь вот, ну, хотя бы машины 4 разноцветных, значит, поставить. Нашел вот эту вот девчонку. Так, давайте я пока, значит, ненужное скрою. Так, колеса я отделил, все тут, руль отделил полностью, чтобы потом можно делать было анимации, так что файл будет в группе для скачивания, качайте, пробуйте. Ну, вот такая вот получилась девчонка, давайте посмотрим. Так, у девчонки присутствует шлем, добавил ей, значит, голову вот эту вот, скачал прическу, прикольная получилась деваха, вот. Так, вот эта вот гонщица была для скачивания. Прикольная вроде. Вроде пальцы не слипшиеся, ничего такого. Но единственное, что она была без головы. Так, тут еще есть какая штука. Значит, где она тут? Резина. Так, вот единственное, что потерялась балаклава, да? Шлем скрыт, ресницы, язык, зубы, все тут присутствует. Так, колеса туда-сюда. Ну, давайте добавим балаклаву, файл. Импорт, значит, что у нас получается? FBX, по-моему. Так, и находим нашу гонщицу. Так, где она тут находится? Так. Гонщица, балаклава. Так, балаклавы нету, да? Сейчас найдем файл импорт, по-моему, будет тогда обжевский. Десктоп, download, нету. Так. Балаклава. Немая. Значит, погнали. Файл импорт. Будем искать. Так, смотрим, что это у нас тут такое. Вот она идет. Значит, балаклава. Поднимаем балаклаву до головы. Тройка на нампаде. Аж. Английская, скроем волос, N панель, забываю постоянно на скринкаскей. Так, теперь у нас получается, подгоняем балаклаву, но это слишком большеватая, давайте чуть-чуть ее уменьшим. Так, чуть-чуть поднимем, чуть-чуть подведем, значит, вперед. Единица на нампаде, ничего, прикольная деваха. Зайдем в скульпт мод, выберем тянучку и давайте все это дело подгадаем, значит, по нашей красотке. В принципе, балаклава не принципиально тут, но чтобы был полный комплект, значит, нашего вот этого гоночного набора. В будущем пригодится. Так, все это дело по голове ее обходим, чтобы все ровненько, чтобы все, как говорится, зашибись было. Так, смотрим, чтобы балаклава, значит, облегала полностью ее голову. Так. Смотрим, смотрим, подгоняем.
Единственное, что можно потом будет уши поприпрятать. Так, ну, как-то так-то, да? Ну, вот получилась вот такая девчонка. Вот в такой вот балаклаве. Так, сейчас я сразу файл сейв, чтобы потом ничего не потерялось. Так, заходим в ObjectMod. Итак, присутствует балаклава, присутствуют зубы, присутствуют глаза, эти ресницы. Так, ну и шмотки. Вот это будет главная наша гонщица. Так, теперь что я хочу сделать? Вот это я delete удалю и добавлю уже с миксама, значит, персонажа. Импорт FBX. Так, где она тут сидит, стоит. Посмотрим, что тут у нас. Вот она у нас сидит. В принципе, что, голова все тут присутствует. Единственное, шлема нет. Тогда эту голову можно delete удалить. Смотрим, что у нее с анимацией. Вот надо ее посадить теперь в машину, и будет прикольно. Дальше прописать новую, значит, анимацию. Чуть поработать с ногами. N-панель. Открываем, значит, аддон миксама. Преобразуем наши косточки в нормальные. Так, есть такое дело. Теперь, что нам нужно? Нам нужно вернуть нашу вот эту гражданку. G. Оттянем немножко наши кадры. И сделаем... Так, зайдем в PostMod. Сделаем английскую A. И теперь A. G. Alt-G. Alt-R. И пропишем вот эту всю анимацию. Отключим настройку только на local локация ротация, чтобы появлялось у нас, значит, вот это окошко. Так, ну и в принципе начнем теперь анимацию с какого кадра? Давайте с четвертого. Поставим четвертый кадр. И конечный у нас будет, пускай, ну если прописать, то 120. 120 будет конечный. Так, есть такое дело. Теперь возвращаемся на первый кадр. Делаем Alt H. Так, это не в PostMod, пардонте, сбиваюсь. Alt H. Возвращаем все это дело назад. Так, что у нас тут присутствует? У нас присутствует, значит, небо. Можно его скрыть, английское H. Присутствует у нас, значит, трек. Вот такой вот. Это я с интернета скачал. Если сейчас вот обойти здесь, сделать путь, то можно машину пустить, значит, по вот этому асфальту. Будет прикольно. Ну, единственный минус, что не хватает здесь каких-то построек, чтобы трибуны какие-то были. Но это можно будет добавить. Будет чем заниматься, так сказать. Так, теперь анимация у нас присутствует, машина у нас присутствует. Давайте я отключу пока землю. Тройка на нампаде. Где она тут у нас по размеру? Теперь нужно сделать так, чтобы у нас... Так, что она у меня колыхает? Нужно сделать так, чтобы у нас теперь поворачивались колеса. Если мы будем прописывать анимацию, то желательно, конечно, чтобы тут все было настроено. Сами они поворачиваться не будут. И сделаем каким образом. Значит, тройка на нампаде. Да что ж ты у меня убегаешь? Так, теперь Shift A. Добавляем арматуру Single Bone. Ставим Viaport. Viaport Display in Front. Так, пока вот эту гражданку H можно скрыть. Выберем нашу косточку. Зайдем в Edit Mode. Сделаем какой финт. Значит, английская A. Или выберем верх кости. Давайте G ее положим. Я вот не знаю, делать вот эту root кость. Или можно обойтись будет без нее. Давайте обойдемся без нее. Пусть она держит тело. И это и будет наша root кость.
Так, теперь семерка на нампаде. Что сделаем? Shift D. Дублируем эту кость и вытаскиваем ее вперед. Так, можно, наверное, еще отключить текстуры. Так, теперь делаем Shift D. Делаем дубликат этого, значит, этой кости. И, значит, подводим нашу косточку, делаем ей S. Большая она нам не понадобится. И подставляем ее тройка на нампаде, значит, к нашему колесу. Если нам нужно будет какие-то потом с ней движения, кручения, то ставим на центр и вот так вот оставляем косточку. Так, теперь что у нас? Делаем еще одну кость Shift D. Выводим ее вот сюда, поближе вот к этой косточке, которая будет руководить поворотом. Эту кость привязываем через Shift к этой главной, Ctrl-Shift, так, Ctrl-P, Keep Offset. Потом, значит, эту, которая будет управлять у нас, значит, поворотом, главная кость, вяжем к другой кости, которая держит у нас весь аппарат этой машины. Так, колеса, косточки, которые отвечать будут за поворот колес, вяжем тоже главной кости, Ctrl-P, Keep Offset. Ну а теперь вот это все выделяем, делаем Shift D, дубликат, правая кнопка мыши, делаем Mirror X Global и подставляем, значит, на другую сторону. Так, ну в принципе все, нам здесь больше ничего такого не понадобится. Задние кости будут привязаны, значит, объектом. Так, машина будет привязана. А, пардоньте, еще что нам понадобится? Тройка на нампаде. Сделаем вот этой косточки Shift D. Поднимем ее повыше. Сделаем S. Сделаем какую штуку, да? Так, так, так. Чтобы делать анимацию с рулем, нам понадобится косточка. Мы ее оттаскиваем, значит, делаем S поменьше и от этой косточки вытягиваем еще одну косточку, вот которая будет отвечать у нас за кручение. Все, эту кость вяжем к нашей центральной Ctrl-P Keep Offset. Все, вот это значит теперь S еще уменьшим, потому что у нас руль все-таки маленький. Вытащим теперь руль. Вот так вот. Зайдем, выберем кости, зайдем. Значит, куда мы зайдем? В Edit Mode. Подтянем наши кости вот сюда. Так, тройка на нампаде. И можно, значит, чуть-чуть перекрутить наш руль. Но, смотрите, он должен вязаться у нас к центру, опять же. Вот, вот эти косточки у нас должны быть на центре. Центр где-то будет вот тут. Так, смотрим. Ну, в принципе, вроде бы как и попали. Так, тройка на нампаде. Все, для руля есть, для нашей техники есть. Для поворотов у нас все настроено. Заходим в Object Mode. Так, здесь у нас будет постоянное кручение. Это уже когда она будет ехать по треку. Если кручение отключать, то она будет на месте стоять, там что-то возле машины ходить и сразу в галоп нестись. Так, выбираем, значит, наш корпус. Выбираем наши кости. Делаем Ctrl-P. Это будет у нас... Так, так, так. Ну пусть, значит, не автоматик виджет вот этот будем делать. Он нам не нужен. Сделаем. Так, Keep Transform. Так, теперь колеса выбираем. Выбираем кости. Заходим в Pose Mode. Выбираем вот эту косточку. Делаем Ctrl-P. И делаем Bond. Так, следом повторяем то же самое еще с одним колесом.
Ctrl-P, бом. Так, есть такое дело. Теперь вяжем вот эти колеса задние к нашему телу. Ctrl-P. Это Object Kit Transform будет. Вот они отдельные будут, но будут двигаться потом, значит, за нашим вот этим телом. Так, что еще можно сделать? Ну, а теперь настраиваем поворот костей. Заходим в Pose Mode. Выбираем одну косточку, выбираем через Shift вторую, Ctrl-Shift-C, Track to, следить за этой косточкой он будет. Находим настройку костей и поменяем оси. Так, то же самое сделаем и с этой косточкой. Выберем косточку, которая будет ориентировать, значит, направление вот этой косточки колеса, Ctrl-Shift-C. Опять же, Track to, меняем оси. Ну, в принципе, все. Теперь семерка на нампаде. Если мы будем делать главную вести, вот видите, что у нас поворачиваются колеса. Все, с этим делом понятно. Так, первая настройка. А, еще руль, подожди. Проверяем сразу, чтобы у нас ничего не отпадало. Так, ага. Ctrl-Z. Значит, все-таки придется нам вот эту тело вязать на кости и делать Ctrl-P. Да, не так. Выберем вот так, выберем косточку, зайдем в посмотр, и тогда вот к этой кости Ctrl-P сделаем бон. Так. Смотрим в Object Mode, выбираем кости. А, еще сейчас нужно будет выбрать руль, выбрать вот эти кости, зайти в Pose Mode и выбираем вот эту одну косточку, которая будет отвечать за кручение. Ctrl-P, бом. Так. Зайдем в Object Mode, выберем наши кости, зайдем в Pose Mode. Значит, главную косточку выбираем, опускаем наш руль на место. Так, проверяем, чтобы у нас машина тоже поднималась. Вот все детали к ней присторуплены. Так, все поворачивается, все нормально, все прописано. Так, теперь что нам нужно сделать? А нам нужно... Тут по прошлым роликам можно на драйвера, значит, поставить, а можно просто какую штуку делать. Ну, давайте, чтобы машина потихоньку начинала ехать. Первый вариант, это выбираем наш вот эту, так, вот эту косточку. Object Mode. Так, а ну-ка. Pose Mode. И, значит, кручение здесь не получится, потому что вот эта кость будет смотреть на, значит, на ориентир вот этот. Так, это есть, не есть хорошо. Так. Ну, в принципе, что? Тут выберем просто колесо. И можно ему прописывать кручение. Так, это значит, опять же, все колеса привязаны к геометрии. Давайте, чтобы потом они у нас не убегали. Так, вот эти колеса тоже с этой Origin геометрии. И вот это колесо тоже образ с этой Origin геометрии. Все, если мы можем прописывать движение, просто крутить вот наше колесо и прописывать его и как ротация. Все. Это если, ну, чтобы заводилось, да, там чуть-чуть проехало, выехало с трека. Так, ну давайте попробуем, как это будет прописано. Значит, и так, ротация. Потом ставим, допустим, на какой кадр? Ну, на 40-й. И прописываем наше колесо. Вот так вот, раз. И ротация. И вот вы видите, что она крутится. Но чуть-чуть у нее... А ну-ка попробуем к масти присторопить.
чтение тут. Идет. Не знаю, почему это такая штука, значит, дергание, да? Так, а ну-ка. Тройка на нампаде. А ну-ка. Закроем ей другие оси. Ну, идет болтыханка. Так, а ну-ка. А, колеса чуть-чуть, наверное, неровно выставлены. Ну да, они чуть-чуть под укусом. Вот нужно теперь семерка на нампаде ровно выставить, чтобы они крутились нормально. Ну вот идет требыхня вот это. Так, может быть они не отцентрованы как-то еще. А ну-ка. Так, на первый кадр ставим. Удаляем нашу прописку. Смотрим, чтобы они были нормально выставлены. А ну-ка, тройка на нампаде. Так, на 40-й кадр вот уже чуть дернулось, да? Так. А ну-ка, если поставим 0, 0, 0. Все в ноля поставим, и тогда тройка на нампаде попробуем прописать. И ротация. Так, что у нас опять тут? Так, по оси Y блокируем и по оси Z блокируем. Ну вот идет требухня, потому что колесо не могу я так, значит, ровно выставить. А ну-ка. Ну да. Так, ну ладно, это я, значит, подгоню. Так, вот здесь она уже по осям не будет работать, потому что я их отключил. Значит, надо их включить. И как-то эти колеса посмотреть информацию, как их можно. А ну-ка, что тут осталось? Может, какая запчасть тянет? Давайте посмотрим. Почему-то она, значит, приставилась. Что-то ей дает болтыханку. Так, а ну-ка. А болтыханку, наверное, дают вот эти вот кости, вот эти, которые, значит, настроены по осям. Local space поставим. А ну-ка, а тут если local space. Так, ну, словно я с этими колесами разберусь потом, да?
и будет все нормально. Это будет еще тогда один ролик, как они будут выставляться. Но тут главное, чтобы заставить их, значит, кружиться, вертеться. Так, у нас что получается? Колеса у нас вот все следят, все нормально. Ctrl-Z. На прописку тогда не тратим время на кручение. Это сделаю так, значит, другой будет рик без направляющих вот этих. А для гонки тогда давайте на драйвер все это дело посадим. Выбираем наше вот это колесо. Смотрим, по какой оси она крутится. По оси X. Выставляем, опять же, по прошлым роликам на драйвер. Это значит решетка. Так, фрейм. Укосина. И где-то, ну, пусть будет 40. Поменьше движения, чтобы было. Так. Так, вот это вот delete. Ну вот уже тут она более ровнее едет, но все равно на 120 давайте поставим, ну, 500. Ну, чтобы дольше все это дело крутилось. Так, теперь, так, тройка на нампаде. И здесь уже остальные колеса не будем на драйвера настраивать, а копируем вот это движение. Это значит, зайдем в constraint, находим copy rotation. По прошлым роликам выбираем наше колесо, вот это. Ну и в принципе что? Вот два колеса теперь у нас крутятся. Так, а ну-ка. Да, вот по-медленному все, 40 это медленно. Так, то же самое добавляем, значит, на вот это колесо. И вот на это колесо ставим тоже копи-ротация. Ну, пускай копирует вот это колесо. Любое колесо можно копировать. Так, смотрим, что у нас тут. Вот эти диски крутятся. Все вот медленно. Она может так выезжать. В принципе, нормально, да? Смотрим, если сейчас мы будем в постмод поворачивать колеса, как они себя поведут, да? Опа-на! Так, вот эта штука уже не прокатывает на Copy Rotation, потому что все четыре колеса будут работать. Так, ничего, не проблема. Тогда мы всем поставим драйвера. Так, выберем Object Mode, отключим вот это все дело. И все тогда подключим на драйверы. Так. Вот эта штука тоже находим. Будет по X, Ctrl-Z. Выбираем то же самое. Фрейм. Решетка фрейм. Так, где-то у меня FFM. Укосины тоже 40. Одинаково всем ставим, чтобы они у нас вот нормально крутились. Так, этим тоже ставим. Так, решетка, фрейм, укосина 40. Если скорость нужно будет как добавить, то ставим там уже 2, 3, 5. Смотрим уже от десятки пляшем вниз. Так, ну тут тоже такая же штука. Так, где она тут? Укосина Саракес. Так, что у нас? Так, вот это вот колеса пошли в другую сторону. Вот два колеса пошли в другую сторону. Почему? Ну, это не проблема, да? Семерка на нампаде. Мы их просто тупо возьмем и перевернем местами. Вот так вот. Так, ну смотрим, чтобы ровно перевернулись, да? Надо как-то поднатаскаться вот это горячими клавишами RX90, там сколько там получается. Ну вот у нас все тут потихоньку кружится. Смотрим, что да как.
Смотрим семерка на нампаде, чтобы... Ну, они, в принципе, зеркальные, да? Чем будет-то? Вот и одинаковое касание, одинаковый укос. Так, ну вот болит, значит выезжает, да? Все, зашибись. Так, теперь смотрим, что у нас с поворотом будет теперь. Заходим в Post Mode и смотрим, значит. Колеса поворачиваются. Ctrl-Z, нужно их прописать, допустим, потестить. И Lockrot. Ну и давайте где-то на 40-м повернем колеса, сделаем и локрот. Посмотрим, как они теперь будут крутиться. Так. Ну, видите, что все нормально крутится, да? Единственное, что вот есть тут косячок, вот на колеса все-таки передние повыравнивать. Вот они нормально тут. Поворачивает болид, все будет он гоняться, значит, все нормально. Так, зайдем в Post Mode, вот это значит Delete. Так, теперь Alt H. Так, в Object Mode заходим. А, кстати, руль. Видите, у нас руль. Вот он. Если в Post Mode зайдем... Выберем, допустим, вот эту руля. Так, ну тут вот неудобно ему будет крутить, он будет чуть-чуть ломаться, да? Нужно будет аккуратненько его как-то вот тройка на нампаде, допустим. Выбираем нашу вот эту косточку и потихоньку, значит, как-то ее прописать. Вот, закрыть ее по каким-то осям, наверное. Ну-ка, давайте проверим. Так, ротация. Опа, Ctrl-Z, почему? Почему она так покрутилась? Машина тоже крутится. Должна косточка крутиться. В принципе, она работает, нужно просто отключить как-то оси, вот, по которым она не должна крутиться, допустим. Пусть она крутится. Вот что-то на нее настройка не идет вообще. С этим делом тоже нужно будет разобраться. Ну, прописку ее можно прописать, чтобы она у нас крутилась, но нужно вот именно ровно вот так вот стоять, чтобы косточка... Вот так ровно крутилось. Вот. Прописываем ее, значит, и лакрот. И где-то на 20-м кадре давайте опять же пропишем и лакрот. Ну и смотрим, как она крутится. Ну вот, чуть с изломом, потому что... Почему? Потому что она установлена так. Значит, что тут такое? Ну, руль подукосина, видите? Ну, это вот проблема, значит, с ориентиром, с костью. Так, семерка на нампаде. Ага. И руль, наверное, нужно выровнять. Руль еще неровный. Хорошая модель машины, ну что-то тут все неровно, значит. Так, ну теперь, значит, когда все выбрано, руль чуть подправлен. Ну, лучше, конечно, уже.
Ну, с рулем нужно подгадаться опять же. Так, а ну что тут такое семерка на нампаде? Вот так вот надо, да? Во, да, руль выровняется и все будет работать более-менее нормально. Так, ну есть такое дело. Так, Alt-H. Возвращаем наши, где это все гражданки. Так, на гражданку нужно одеть наш шлем. Если, значит, без шлема пока, то можно в любом виде ее можно, значит, анимировать. Пока пропишем это все дело вот таким вот образом. Выберем, значит, наш риг. Зайдем в POS Mode. Так, опа. Два волоса у меня тут. Так, значит, теперь вот эту вот гражданку убираем. Опять заходим в POS Mode. И вопрос в чем? Вот эта вот гражданка должна сесть в машину. Выбираем нижнюю площадку. Так. Так, сейчас отключим небо. О, можно отключить даже еще асфальт. И смотрим, видите, что у нее поза совсем другая, да? Ну, она сидит, все, анимация прописана, минимум исправлений надо сделать. И вроде бы как бы, да, болит еще увеличить. Ну, она тогда или... Да не болит, вроде по размеру нормально, но большая вот эта посадочная почему-то место. Да, она должна быть поменьше. Ну, не будем придираться. Спасибо, что хоть такая машина попалась. Еще потом нужно будет подыскать. Так, теперь R. Вот выбираем нижнюю площадку, делаем R, G. Кладем ее прям пониже. Выбираем ей косточки ног вот эти. И вот эти все анимации, где ноги прописаны, мы удаляем. Delete. О, Ctrl-Z, пардоньте. Я же ее не прописал, да? Печально. Значит, так, опять же, нижнюю площадку, тройка на нампаде, делаем G. Да, далековато, значит, посадка у нее тут. Она должна ближе сидеть. Получается, у нее она аж вот так где-то должна сидеть, а вот эта задняя часть должна уже за ней быть. Кабина там маленькая. Так, ну давайте вот чуть-чуть раз тройка на нампаде, сделаем R. Чуть-чуть, значит, ее перекроем. Так, и локрот. Так, теперь что? Ну, наверное, ее нужно еще ниже подсадить. Ну да, вот так. Так, тут будет шлем. Тут, ну, где-то надо же ее оттянуть все равно. Так, теперь локрот прописку делаем. И вот эту, значит, часть ноги. Надо ноги удалить нам все вот эти анимашки. Именно костям ног. Так, ну, чтобы не удалить нашу площадку, опять же. Так, выбираем теперь, значит, кости ног. Делаем G. И ноги R подставляем в нашу машину. Так, смотрим, чтобы нормально она села. Значит, мы это все дело к педалям. Подальше. Тут у нас места хватает. Тут единственное большое посадочное у нее место.
Вот эта штука. Так. Так, это и локрот. Ноги мы прописали на постоянку. Так, смотрим, что у нее теперь с анимацией. Ну вот с анимацией у нее нормально. Кстати, у нее рот сделан тоже под анимацию разговора. Она может болтать хорошо так. Ну, можно полноценные делать анимации, да? Так, что? Ну вот все. Что она тут делает? Раз. Вот потихоньку она тут будет выезжать. Так, теперь что нужно сделать? На первом кадре давайте добавим ей все-таки шлем. Так, где у нас тут получается шлем? Чтобы шлем добавить, нам нужно его прописать какой-нибудь кости. Это будет осмод, косточка головы верхняя, Ctrl-P. Значит, это будет бон. Так, все. Опа. Все правильно. Почему? Шлем у нас должен на ней быть. Так, а ну-ка. Анимации на нем нет. Ctrl-P, бон. Ага. А на дальних у нее... А, все, прописалось. Видно, мышка у меня подтупляет. Ну, вот теперь можно это все дело, значит, торопить на анимашку. Так, где у нее тут рука? Дописать потом, значит, анимации. Так, где она? Одна рука у нее должна быть на руле. Так, это какая рука? Так. Вот вы видите, что значит, если руку подставлять, все тут нормально, но получается, что рука, значит, слишком далеко от руля, слишком много места. Если ее персонажа этого мы увеличим, ну тогда будет, я думаю, вообще жесть. Так, in front, чтобы видеть кости. Ну, можно обыграть чуть-чуть, да, допустим, там подкрутить как-то. Здесь вот можно выбрать ключицу. Так, где она? Ключица у нас. Семерка на нампаде, сделаем R. Вот. И тогда получается, что у нас вот это все дело нужно переписать. Так, смотрим, где у нас тут кость руки. Прописываем и локрот. Так, выбираем этот кадр, ставим его на 5. Так, а вот эти кадры нужно delete, удалить. Ну вот теперь она будет, одна рука, значит, на этом, на руле, а это будет у него... Так, еще позвоночник нужно прописать. Так, ну с позвоночником чуть, значит, будет попроще. Где она тут, рука у нее натягивается, это где-то вот тут. Значит, мы ее чуть-чуть подадим вперед. И локрот. Надо будет несколько кадров тут прописать или удалить, допустим, delete. Все нормально, во.
Так, вот здесь вот рука уже сильно напрягается. Удалим вот эти вот кадры и пропишем по новой позвоночник. Допустим, раз. Ну, где-то тазовую можно двинуть чуть-чуть. Допустим, раз. А, и локрот. Выбираем нашу вот эту вот позвоночную кость. И вот видим, что пошла она назад, но мы ее вернем еще раз назад. И пропишем еще, допустим, тазовую. Ну, прикольно получается анимашка. Вот такая, значит, штука. Деваха едет. Это она, значит, едет. Но нам можно теперь добавить ускорение, чтобы она гналась. Зайдем в Object Mode. Выбираем опять же наши колеса. Драйверок. И ставим, допустим, на 4. Так. 44 поставил. Четверка. А ну-ка. Вот уже быстрее. Если поставим двойку, ну вообще скорость нормальная. Проверяем, чтобы у нас, значит, вот колесо чуть-чуть, видите, ведет. Ну, не суть вопроса. Зайдем, значит, в постмод и проверим наши повороты. А ну-ка. Все, колеса поворачиваются, все нормально. Будет нормальная гонка. Так, может их вот перевязать колеса попробовать. Но это я уже потом посижу. Поменять им, значит, вот эту привязку по пивоту. А ну-ка. Зайдем в Edit Mode. Выберем наш вот этот центр. Shift S. И выберем курсор to selected. Так. Мы попробуем привязать это режим 3D курсором. А ну-ка. Но все равно ведет, потому что надо выравнивать колесо. Это я потом, вот видите, они уже криво стоят. Значит, выбираем кости, постмод. Delete анимация. И что у нас тут есть? О, а этот вообще криво стоит. А ну-ка. Так, а этот тоже немножко подровнять. Так, ну еще могут вот эти кости
Вот из-за этих костей тоже может быть в чем вопрос, когда они привязались, да, то получается, что вот эти вот части нужно чуть в бок отвести, они поэтому узко и на них смотрят, чуть-чуть повелись. Так, следующий этап, значит, добавить еще машин сюда, потом добавить другую форму, наверное, вот этом, это найти еще кого-нибудь, ну, как гонщика, да? Все будет зашибись. Значит, сделать путь и пустить несколько машин по пути, а сзади привязать камеру, и чтобы вот можно было вот где-то вот в таком варианте следить, посмотреть, как она несется, или сбоку поставить. Вот будет прикольная анимация. Облет камеры, там вот всякая вот эта штука. Так, немножко цепляет, значит, вот места много. Вот повторюсь еще, видите, рука как натянута. Нужно это все дело, значит, уменьшить кабину или вот этот передок как-то подтянуть сюда. Ну, слишком много места. Если сейчас сделать персонажа побольше, да, это исправит, конечно, положение, но смотреться тогда голова ее, где она там будет. В принципе, по размеру, я думаю, нормальный болид. Так, ну все, вот где-то такая штука, значит, да? Что у нас тут получается? Смотрим. Alt H. Балаклава, значит, можно отключить пока. Ну вот, прикольная такая штука. Добавить пыль с под колес, добавить какие-то, повторюсь, вот эти вот строения, ветки там какие-нибудь или зрителей, и устроить можно неплохие гонки. Даже вот с такой настройкой, как это, кручение. Так, это у нас двойка, поставлю опять паракес, ну, чтобы колеса крутились одинаково. Если сейчас еще что можно сделать, смотрите, по прошлому ролику, опять же, если сейчас выберем наши кости, вот эти все, зайдем в постмод, ну и допустим с первого кадра, так, выберем нашу вот эту вот центральную кость, тройка на нампаде, и ее передвинем. О, Ctrl-Z. Заходим в Object Mode и тогда еще выбираем кости нашего персонажа. Прописка должна быть с персонажем. Выбираем нижнюю вот эту root кость персонажа. Потому что если мы выберем все кости, он сейчас будет разлетаться. Так, это что у нас такое? И мы это все делаем. А, так, это все Ctrl-Z на месте стоит. На 20 кадре. Давайте все это дело передвинем куда-нибудь. Пропишем и блок рот. Ну и потом. Так, это что это такое? А, вот это delete кадр.
Выберем опять root кость, машину. Так, и значит, здесь вот уже нужно отработать этот поворот, да? Значит, поворачиваем колеса. Выбираем root кость, выбираем колесо, значит, нашу вот эту машину. И значит RG. А, и локрот. Смотрим, что у нас получилось. Ну, чуть-чуть скольжение, значит, у нас получается. Почему? Потому что... Так, это что у нас опять же? Ctrl-Z. Так, Ctrl-Z, что у нас тут тонючит? Почему она выскакивает из машины? А ну-ка. А, машина у нас... Проскочила, да? Вот машина пошла. Единственное, отработать этот поворот надо, чтобы она мягко заворачивала. Это, видите, слишком она вот это вот закругляется. А ну-ка, семерка на нампаде. Ну, все это можно отрегулировать. Так, это она по бугру прошла. В принципе, поворот хороший. Единственное, вот здесь уже нужно колесики назад. Ну, все прописывается, все хорошо. Единственное, что да, вот отработать вот эти вот повороты, лучше пускать по пути. И уже на пути тогда прописать поворот колес. Ну, вот такая штукенка. Так, что у нас тут? Ну, трек хороший, разогнаться можно, гляньте, ух, погонять. Можно полицейских сюда закинуть, там еще кого-то, махач тут любой можно сделать. Горы добавить, будет каньон. Так, ну такая штукенция. Так, файл этот будет для скачивания в группе. Ссылка на группу будет в описании. Так. Так, так, так. Где она тут? Ну вот неплохо так. Единственное, вот этот проскальзывает. Так, ну это будет другая история. Все, всем пока, до свидания.